Всем привет! 20 мая 2021 года. День недели, четверг. Оренбург, Оренбургская область. Село Новоникольское. На улице все затучено. 6 часов пошел моросящий дождь. И будет продолжаться до часу до 2 ночи. Вот такая вот погода у нас. Все затучено. Идет моросящий дождь. А вон комбайн стоит по лесе GS12. Зерноуборочный. Деревья у нас зеленые. Всем, кому понравилось данное видео, прошу, поставьте лайки, подпишитесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока, до скорого, увидимся.